Друзья, короче, у нас сегодня был день города, и мы себе купили на дне города шашлык, вот такой вот шашлычок, вот видите. И мы уже как, мы там на дне города поели его, когда он горячий, все, с костра, да, там все классно. А это у нас вот осталось, это два кусочка, короче, и будем сейчас именно ужинать. Вот, а к шашлычку у нас это... Аджика. Ну и тут, вы это уже, да, видели, я вам сегодня утром снимал. Это хамон, ну это испанская вяленая свинина. И копченая, в холодном копчении грудинка. Вот такой выглядит. Скромненький ужин. Да, такой вот скромненький ужин, да. Одни деликатесы. Вот, вот такой вот, друзья, шашлык. В общем, приятного нам аппетита. И вам тоже приятного аппетита, если вы кушаете.